Приветствую вас. Давайте разберем ваш текст, который вы написали. Я специально говорю текст, я специально не говорю вопрос, потому что, на мой взгляд, вот сам вопрос, который вы задаете, он не совсем корректен, потому что, ну, специалисты, на мой взгляд, ответят вам гораздо лучше. Вот, и мне кажется, что имеет смысл вам обратить внимание на это. Вот. О. В первую очередь. То есть, я имею в виду обратить внимание на себя. Обратить внимание на то, что муж, да, ну, понятно, что есть у него определенные трудности, но вам нельзя в любом случае забывать о себе. А вы, как мне кажется, вы о себе как раз таки забыли. Вот. И когда, например, ну, вы оказываетесь таким образом в зависимости от своего мужа, вот, то ничем хорошим, понятное дело, это закончиться не может. Потому что страдает он, страдаете вы. И поскольку вам тяжело сейчас, трудно, я думаю, что в известной степени причина или, может быть, лучше сказать, основание для того, что вы задаете свой вопрос, является то, что вы не можете адекватно отграничить себя от мужа. То есть у вас это не получается. То есть его поведение на вас влияет, на вас как-то задевает, оно затрагивает некоторые части вашей души. Вот, вероятно, вероятно всего. И вам от этого очень больно. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего, вам от этого очень больно. Понятно, что наверняка, я не знаю. Но думаю, что
тяжело вам 100%, 100%. Тяжело, трудно, больно и так далее. Вот. И вот вопрос, который вам нужно себе задать, это, собственно, что вы будете делать. С этим я имею в виду. Как вы будете действовать? Как вы будете себя вести? Вот. Ну и будете ли вы себя как-то вообще вести? Может быть, сейчас вам там, на особо не хочется ничего. Ну вот. Может быть. А может быть, вы просто этого не замечаете сейчас. Ну, то есть вот. Просто как-то вот не отдаёте себе отчёт в том, что чего вам хочется, например. Вот. Поэтому, сначала я бы разобрался бы немножко с вами, вот я бы разобрался с тем, как вот вы, ну, себя воспринимаете в целом вообще. А потом уже дальше смотрел бы на то, что вам делать. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот. Как-то, наверное, пока что так. Ответить на ваш вопрос касаемо вот этой ситуации с вашим мужем, на мой взгляд, может врач, вот. Ну, на мой взгляд, может врач это сделать. Вот. И врач может сказать, ну, насколько есть, какая может быть динамика. Вот.
А мне кажется, что обращать внимание нужно не на динамику вам. Обращать внимание вам нужно на себя. И двигаться вот как-то по направлению к тому, чтобы лучше, ну, лучше себя, понимать, да. Вот. Вот так вот, мне кажется. Понимаете, что я имею в виду? Надеюсь, что это вам, в принципе, было полезно, то, что я сказал. Конечно, я не исключаю, что вы, может быть, посчитаете это не таким важным, но хочется верить, что больше внимания вы будете обращать на себя. Очень я хочу в эту веру. Вот вы говорите, что на грани вы срыва, да? Ну, вы говорите, что вам тяжело. Вот. И мне кажется, что это вполне естественно, это вполне нормально, что вы сейчас ощущаете. Я думаю, что с этим нужно поработать с вашими личными границами, например. Вот. С вашей уверенностью в себе, например. Вот. Разобраться в ваших чувствах, например, к своему мужу. Вот. Который вероятно, которому точно, вероятно, вы чувствуете сейчас, ну, не совсем то, что чувствовали когда-то. Вот. То есть вполне возможно, что сейчас вы там чувствуете что-то другое. Вот к нему. А по сути, сами этого, ну, может быть, не замечает. Вот. Это очень грустно, если это так. Вот. Но можно вас, в принципе, научить, можно вам показать, что бывает по-другому. Что бывает иначе. Ну, понятно, если вы
этого хотите сам. То есть понятно, что если вы этого не хотите, то вас никто не даст. Поэтому такой вот момент. Хотел бы вас, ну, хотел бы посвятить вас в этом. В принципе, все, пожалуй. Если вы обратитесь к врачу, вот именно что к врачу, то есть, ну, спросите у врача о какой-то вот клинической, например, картине. Ваша ситуация, то, в принципе, вам дадут некий такой вот исчерпывающий ответ, который поможет вам. Но не решит ваши проблемы. Вот именно ваши проблемы не решит. Потому что ваши проблемы — это проблемы восприятия, проблемы реакции на мужа. Вот. И если вы чувствуете к нему рэкетные чувства, такие как вина там, например, ну, вина, боль, страх, например, вот, какое-то, ну, сомнение, например, вот, то он это почувствует, так или иначе. И лечение, вот, ну, лечение, любое лечение, даже если вот оно как бы если оно эффективно, вот, то ваш муж вполне может возвращаться обратно, вот, в свое состояние, потому что чувства, которые у него ну, возникают, могут его травмировать. И могут, конечно, травмировать и вас. Поэтому так важно, поэтому, чтобы вы и в себе разобрались тоже. Вот. Понимаете? А если вы себе не разбираетесь, то я боюсь, что ситуация может только ухудшаться.
Вот как-то так. Примерно. Жаль, жаль, безусловно жаль, что вы попали в такую ситуацию с своим мужем. Вот. Безусловно жаль, но... Тем не менее, нужно что-то делать, и я предлагаю вам делать вот это, то есть как бы, ну, предлагаю вам в этом направлении двигаться. Надеюсь, что это вам было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Подумайте, соберитесь со своими мыслями, вот, соберитесь со своими чувствами. Вот. И подумайте, соответственно, какие ощущения у вас, ну, возникают, да, по отношению к мужу сейчас, например. И выражаете ли вы их, если выражаете, то как, например, вы это делаете, да, то есть, ну, как вы можете выразить сейчас чувство мужу, вот. Часто ли вы говорите там со своим мужем о себе, например, вот, или нет? То есть это вот такой достаточно важный, как мне кажется, момент. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно было бы закончить мой ответ. Я буду вам благодарен если вы дадите обратную связь, вот, на него, ну, на ответ мой. Вот это позволит вам начать работу над собой. Вот. И, возможно, увидеть для себя пути, возможные пути решения, вот, проблемы, которые у вас сейчас имеют место быть. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду очень рад, если вы найдете в себе силы сейчас помогать не только своему мужу, но и самой себе. Удачи вам и успехов!